знаешь, что на День Святого Валентина принято дарить подарки? По традиции дарят красивые сердечки с надписью «I love you». Чем больше любовь, тем больше сердечко. Ну, где мое сердечко? Говоришь, чем больше любовь, тем больше сердечко? Ладно. Вот тебе сердечко. Не вижу. Микроскоп сам купишь. Нет, ты не Ромео. Ты жмот. Ты денег пожалел. А вот моя любовь к тебе огромна, как небо. Ну и чё? Да ничего. Получи сердечко с неба. Да. Плохому Ромео и сердце мешает. Представляешь? Вчера культовая рок-группа «Эрозия пластилина» порадовала своих фанатов премьерой новой рок-оперы. Интересно. Они вроде раньше не писали рок-оперы. А они сильно выросли за последний год. Особенно солист рок-группы. Он вырос из своих ботинок и штанов. И теперь вполне может изображать головы боссова русского мужика. Поэтому название рок-оперы – Иван Сусанин. Ну так есть же такая опера уже. Деточка, рок-группа «Эрозия пластилина» прошла ее по-новому. Слушай либретто. На болоте поют дуэтом двое. Иван Сусанин и собака Баскервилли. Из Польши приходят незваные поляки с рефреном «Нельзя ли потише?». Иван Сусанин замечает на поляках фирменную косуху и предлагает за нее жизни царя. Как сексуально. Поляки не соглашаются, и Сусанин от расстройства забывает текст. Апофеоз рок-оперы. Танец маленьких суфлеров с будками на головах. Ой, как круто. А кто музыку написал? Солист культовой рок-группы «Эрозия пластилина». По телефону он сообщил корреспондентам, что после такого фурора ему приходится скрываться от поклонников. Представляете, как мило. Союз композиторов России совместно с МВД даже учредил премию в 100 тысяч долларов. Ему? Нет. Тому, кто его найдет и зароет в глинку. Филипп, ты знаешь, что мечта каждого влюбленного – добиться взаимности и жениться на своей избраннице? Филипп, давай быстренько изберем тебе избранницу. У меня есть отличная для тебя партия. Ты чё, сводень? Нет, свахарь. У вас купец, у нас товар. Одна такая невеста на весь земной шар. Ой, какая еще невеста? Скажи, Филипп, ты любишь Россию? Глупый вопрос. Конечно, люблю. Ну, а как ты думаешь, Россия тебя любит? Думаю, что любит. Куда ни приезжаю, меня везде очень хорошо встречают. Значит, ты любишь ее? Она любит тебя. Не понимаю, Филипп, чего вы тянете? Вам давно пора оформить свои отношения. Предложи России стать своей женой. Ты в своем уме? Не в твоем же. Ты женишься на стране, усыновишь 150 миллионов россиян. Это ведь дети России. Сейчас большинство из них голые боссы, а у тебя много денег. Ты сможешь их хорошо обеспечить. Накормишь, напоишь, пошлешь их всех учиться в Оксфорд. Народы России на тебя молиться будут. Соглашайся, Филипп. Неужели ты не хочешь стать отцом народа? А что? По-моему, неплохая мысль, не правда ли, товарищ Киркоров? А? Филипп, ты помнишь, чем заканчивается Ромео и Джульетта? Я что помню? Яду. Дать? Не дождешься. Кстати, держи кинжал. Не дождешься. Ну, так и закончилось. Не дождались Ромео и Джульетта. А если бы к ним успело письмецо? А разве там было какое-то письмецо? Не успело к ним письмецо. Очень сильно опоздало и только сейчас пришло. Держи. Интересно. Здравствуй, Филипп. Поздравляю тебя с Днем всех влюбленных. Кстати, все влюбленные сейчас разделились на фракции.
Половина влюблена в песни Майкла Джексона, вторая половина – песни Энрике Иглесиаса. Третья половина любит Паваротти, четвертая половина – Адриана Челентано. Пятая половина без ума от Пола Маккартни. Надеюсь, Филипп, ты тоже нашел свою половину. Если нет, готовься. Завтра приду и подарю сердечко. Твоя одинокая жаба. Между прочим, у меня фанатов тоже хватает. До новых встреч. Радуйтесь жизни. И не надо завидовать. А я и не... А я по глазам вижу. Не надо завидовать. Стоп! Снят. По-моему, гениально. Нет? Можно Оскара взять за операторскую работу. Взять-то можно. Да кто ж тебе его даст? Ой, а я бы всем дала. Оскара. Оскара. Что-то я не поняла. А ну, Спилберги, понасымали тут, а теперь выметайтесь. А то придут, намусорят тут.